От всей спортивной общественности хочу вас поздравить с этим замечательным событием в городе Таганроге. Это 10-й мемориал Владимира Тарковича. Ну и, конечно, наш детский шахматный турнир в рамках этого хорошего, значительного события для нас, для города, и как для вас, для юных шахматистов. Я хочу вам пожелать сегодня удачи, ну и, конечно, впоследствии занять места в основном турнире мемориала Тарковича. Спасибо. Спасибо. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы собрались в воскресное утро, выходной здесь так рано в этом павильоне. Поблагодарить особенно родителей, которые из Ростова и из других городов, не только из Таганрога, привезли своих детей. Спасибо вам большое. Я не ожидал, что будет больше 40 людей. Спасибо организаторам. Спасибо вам большое. Вам пожелать что? Честной, упорной борьбы, бороться, занимать лидирующие позиции. Надеюсь, кто-нибудь из вас в будущем станет чемпионом мира и прославит город Таганрог на мировой арене. Вот у нас с Москвы даже вот есть Евгений Леонидович, он представляет канал на Ютубе. Вы, если туда зайдете, вы можете себя там все найти, посмотреть с собой видео. На его канал входит много очень шахматистов со всего мира. Так что, я думаю, если вы зайдете, каждый себя там увидит. Ну все, удачи вам за шахматный успех.